Обучение предпринимателей проводили Южный инновационный консалтинговый центр и уполномоченный представитель налогоплательщиков Краснодарского края Вера Серенко. Она поделилась с анапчанами самой актуальной информацией о применении спецрежимов уплаты налогов, а также сокращении издержек с использованием электронных сервисов. Желающие получили консультации бизнес-тренера. Занятия длились 4 часа. Каждый слушатель получил именной сертификат. То, что нас приглашает на эти семинары, это всегда плюс для нас, потому что есть такие нюансы, по налогам, по каким-то там отчетам. И нас это всегда учат правильно подойти, как это правильно сделать. Этот семинар является первым в череде нескольких семинаров, которые мы планируем организовать до конца года. Поэтому приглашаем всех предпринимателей, как начинающих, так и тех, которые давно уже в бизнесе, в наш центр поддержки предпринимательства, который расположен в администрации в 310-м кабинете, за записью на дальнейшие семинары, также за предложением различных тем для обсуждения.